битва, ставшая легендарной и вошедшая во все учебники истории, 5 декабря 1941 года контрнаступлением Красной Армии против немецко-фашистских войск закончилась более чем двухмесячная битва за Москву. Это сражение стало первым шагом к победе. Традиционно, чтобы отдать дань памяти подвигу наших земляков, на Аллее Славы в Видном собрались представители руководства округа, общественники, местные жители. Вечная слава героям, которые смогли защитить Москву. Каждый из них – человек-подвиг. Человек с удивительной и непростой судьбой. Пример настоящего патриотизма и служения Родине. Особенно стоит отметить вклад тех, кто отправился в битву за Москву из Видновского края. Из высеченных имен на стене памяти на нашей Аллее Славы более чем 8 тысяч наших земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, более 3 тысяч сложили головы именно в битве под Москвой в составе добровольческих дивизий. В настоящее время в муниципалитете осталась одна участница тех событий. 97-летняя Нина Ладыгина, награжденная медалью за оборону Москвы, живет в деревне Большое Саврасово. Такие люди, защищая Москву, ковали тыл. Правильно? Правильно. И вы всегда в работе были одной из первых. Поэтому я вас поздравляю искренне и хочу, чтобы вы еще долго-долго жили. Спасибо. Наш телеканал присоединяется к пожеланиям здоровья Нине Петровне Ладыгиной. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ.